Доброго времени суток, господа! Вышла новая коллекция Team of the Year. У нас здесь ряд игроков есть, можно посмотреть в сетах. Коннор Макдэвид. Всего лишь надо 175 коллекционок, и 93-й Коннор Макдэвид ваш. Или 96-й X-Factor делаем. Ну и 35 коллекционок. Не знаю, на кого рассчитан, но, наверное, кто-то соберет. Брэд Маршант. 80 коллекционок, а 31 у нас, соответственно. Мика Райтонен, Адам Фокс, Виктор Хедман. Давайте с Хедманом посмотрим. Мы же 88-го собирали. Может быть, что-то можно. Да, вот 88-й и еще 60 коллекционок. И получите Хедмана. Правда, я не знаю, какого, но будет он идти в ER, еще будет улучшаться от матча к матчу, как там написано. Здесь мы можем Power Up Collectible на 3 коллекционки поменять. 3 коллекционки на 1 Power Up Collectible. Ну и здесь мы получаем коллекционные предметы. Давайте посмотрим. 5 предметов за 87 уровня. 3 предмета за 86 уровня. 2 предмета. Тоже 3 предмета за 85+. 2 предмета. Ну, можем для примера, я могу собрать. Возьму 84+. Биржон. Вот у меня 2 предмета есть. Вот еще 2, 4 предмета. Ну и так далее. Так, что еще можно рассказать про эти коллекционки? В магазине стоит 100 тысяч. Вероятность 90 плюс 12%. Стартер пак с коллекционным предметом Power Up. И Total Collect коллекционный предмет. Гарантированный 83 игрока плюс 75 тысяч. Здесь понятно. Бесплатного. Ничего больше нет. И что нам говорят про эти коллекционные предметы, что он будет улучшаться от матча к матчу. Вот здесь написано. От матча к матчу. Улучшаться. Ну, на этом все. Все рассказать. Да, еще может быть хат испытания будут. Хат челленджес вот здесь. В которых вы можете получить 1, 2, 3, 4, 5 коллекционных предметов. За 5 заданий. Ну, я уверен, будут еще задания обновляться здесь. Все, ребята, удачи всем. Пока-пока. Или в магазин еще зайдем. Посмотрим, может быть, там уже что-то есть коллекционного. Да, в магазине уже появились. За 3 миллиона. Ну, конечно, кто-то прикалывается. Коннор Макдэвид. Ух ты. Раз, два, три, четыре. Все по 2 очка стоит практически. 5 спецвозможностей. Двойные синергии. Смотрите, двойные. Warhouse, Distributor, Bombing Shot. Адама Фокса. И Wheels синергия. Показатели неплохие. Неплохие у Адама Фокса. Коннор Макдэвид, да, ты треха. Тоже двойные синергии. Тут у него тоже полный комплект. 96-й Team of the Year. Ну, я думаю, это топовый игрок будет. Так. Мика Рентонен. Тоже Wheels. Двойные синергии и так далее. 5 спецвозможностей, особенностей. И 6-я супер специальная особенность. Так, у Васи у нас
Наверное, вообще ничего не забить ему теперь будет. X-Ray Light Work. Contortionist. Contortionist. Tip Jar. От штанги к штанге. В общем, цены сами видите, стоит ли их собирать, не знаю. Но я думаю, собрать 170 приметов для МакДэвида будет тяжеловато. Удачи всем, ребят. Пока-пока. Пока.